16 декабря Михаил Желудов проведет прямую телефонную линию. Председатель городского совета депутатов ответит на все волнующие вопросы. Звонить можно с 10 и до 12 часов по номеру 68-2001. В стране повышаются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и услуги вокзалов. На городских линиях стоимость увеличена на 5 копеек. Региональные и межрегиональные подорожали в среднем на 5%. Это касается и перевозки багажа. С сегодняшнего дня Белпочта увеличила тарифы на отправку писем. Например, пересылка простой почтовой карточки или бандероли массой до 20 граммов увеличилась на 6 копеек и стоит 60 копеек с учетом НДС. Тариф за каждые последующие 20 граммов не изменится. Вифлеемский огонь доставят в Беларусь 17 декабря. Первая точка в маршруте – кафедральный костел в Гродно. После скаута начнут эстафету по всей стране. Конечной остановкой станет Минский архикафедральный костел 18 декабря. Общий маршрут эстафеты составит порядка 6 тысяч километров. Присоединиться к акции «Сохранить символ праздника» приглашают лесхозы Могилевской области. Стартует акция одновременно с началом работы елочных базаров. Финиш назначен на 31 декабря. Экологическое воспитание школьников – главный лейтмотив мероприятия. Кроме этого, лесные хозяйства бесплатно передадут новогодние деревья сельским школам.